Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля. Во внешнем электрическом поле выберем произвольный контур. Напоминаю, что контур — это линия, в отличие от поверхности, представляющей собой двумерный объект. А здесь измерение только одно вдоль контура. Линии напряженности лежат в плоскости рисунка, и в плоскости рисунка же лежит наш контур. Для того, чтобы использовать теорему о циркуляции, интеграл с кружочком означает циркуляция по замкнутому контуру. E умножить на dl. Мы должны выбрать правило обхода. Выберем наше правило обхода по часовой стрелке контура. И разбив весь контур на маленькие интервалы dl, длина которых равна dl, а направление вектора совпадает с направлением правила обхода и направлено по касательной, мы должны напряженность электрического поля и записать скалярное произведение E на dl. Ну, в данном случае у нас получился угол тупой, поэтому скалярное произведение будет отрицательно. А в других местах, скажем, вот здесь, минимальный угол между положительными направлениями будет меньше 90 градусов, поэтому здесь скалярное произведение будет положительно. Иногда это записывается таким образом. Если мы возьмем проекцию напряженности на направление нормали, которое мы определим как произведение модуля вектора, ну, проекцию вектора E на направление нормали, модуль E умножить на косинус альфа, где альфа — это угол между, минимальный угол между положительными направлениями, то это будет точно такое же определение. Здесь мы должны записать, что это выражение равно нулю для электростатического поля, для электростатики.